Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на строительство детского сада в микрорайоне Запрудный. Дошкольное учреждение с ясельной группой будет рассчитано на 90 мест. Работа должна быть завершена в июне 2020 года. Первоначальная стоимость – 108,5 миллиона рублей. В будущем году в Нижнем Тагиле должен появиться еще один новый детский сад с яслями на 170 мест в микрорайоне Муринские пруды. На его строительство выделяется 130 миллионов. Всего до 2024 года планируется возвести 6 таких объектов. К этому сроку, согласно майскому указу президента России, каждый ребенок в возрасте до 3 лет должен быть обеспечен местом в детском саду. Глава города Владислав Пинаев убежден, что при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева задачу удастся решить.